Граждане Казахстана, которые ранее находились в Украине, смогли проголосовать на участке в Польше. Вместе с послом нашей страны в Украине в Варшаву приехали около 20 соотечественников. Половина из них сотрудники посольства. Отвечу, разница по времени с Варшавой составляет 4 часа, поэтому голосование завершится в полночь по времени Нур-Султана. В целом, в Польше явка превысила 70%. Как вы знаете, из-за происходящей ситуации в Украине у нас не было возможности открыть участок для голосования на ее территории. Наши граждане, работающие в посольстве, а также граждане Казахстана, проживающие в Украине, сегодня специально приехали в Польшу, в Варшаву, чтобы проголосовать. Это наш гражданский долг. Посольство Казахстана в Польше предоставило нам полную возможность это сделать. Уверен, что происходящее принесет в нашу страну изменения.